вакцинация здесь занимает в среднем 40 минут. Это оформление документов, сама вакцинация, осмотр доктора и получение сертификата вакцинированного. А дальше в течение 20-30 минут пациент находится под медицинским наблюдением. Я позвонила 112, и там меня записали на тест. Я прошла тест в первом кабинете в Лубнинской больнице. На следующий день был готов тест. Мне сказали, что надо прививаться. Но в прививочном кабинете не оказалось вакцины. Меня записали в лист ожидания. Прошло время, больше недели. Мне никто не звонит. Все, я позвонила в Министерство здравоохранения Московской области. Мне сказали, приезжайте в Шереметьево или в ЦУМ, если вам не втерпешь. Мне не втерпешь.